Партнер рубрики «Правила денег» – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день! Банк России на прошлой неделе озвучил, во сколько на самом деле обходятся нам кредиты. Самые дорогие на сегодняшний день – займы, выдаваемые банками в магазинах. По таким кредитам ставки могут доходить до 49% годовых. Если берете потребительский кредит до 30 тысяч рублей, то здесь процент тоже свыше 40. Автокредиты, по данным Банка России, в стране стоят от 20% годовых. Понятно, что здесь не учитываются льготные кредиты, которые дотируются государством. Эксперты из компании «Объединенное кредитное бюро» подсчитали, что к началу весны россияне взяли взаймы у банков более 12 триллионов рублей. Примерно шестая часть этих кредитов уже просрочена. Наиболее активно займы берут в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области и Башкортостане. Пермь где-то в середине списка. Почти не берут кредиты в Чечне, Ингушетии, Ненецком автономном округе и Магаданской области. Самая высокая доля просроченной задолженности отмечается в Ингушетии, Туве и Карачаево-Черкесии. Самая низкая в Чукотском, Ненецком автономных округах и в Москве. Это были правила денег.